Всем привет, с Новым годом! Представляем вашему вниманию The Twave музыкальную шкатулку. Сейчас мы покажем, как она работает. Для начала нужно подать на нее питание. Теперь можно включить одну из мелодий, нажав круговые кнопки. Да. Также можно по двойному клику включить другую мелодию. Да, всего 11 мелодий. Из них 10 можно управлять с кнопками, а 11 только с контроллера. Для управления цветом ленты нужно долго подержать центральную кнопку. Чтобы выключить светодиоды, нужно один раз коротко нажать. Чтобы переключить на другой цвет, нужно опять долго подержать. Да. Чтобы включить белый, нужно нажать два раза подряд. А теперь добавляем в контроллер. Для этого на контроллере запускаем режим добавления. И подаем питание на устройство. То есть сейчас мы его отключим и подключим заново к USB. После добавления в сеть устройство выглядит как один диммер, 11 реле и один виджет палитры. С помощью реле можно включить любую мелодию. Да, с помощью палитры можно задать любой цвет. При этом мелодию надо выключить. Да, управлять яркостью можно с помощью диммера. На маленькой яркости светодиоды чуть заметно переливаются, что создает приятный ламповый эффект. Также музыкальную шкатулку можно использовать как ночник. Спасибо за внимание. Всех с Новым годом!